Турнир «Алмазный край» собрал лучших шахматистов Западной Якутии в Мирнинском районе. За первенство ежегодных соревнований борются юные шахматисты Смирного, Сунтар, Ленска и Нюрбы. Анна Винокурова подробнее. На этих соревнованиях не важны натренированные мышцы или сильные руки и ноги. Шахматы вряд ли можно назвать зрелищным спортом. Это прежде всего спорт для ума, который осилит не каждый. Последние несколько лет мы стараемся турнир организовать чисто детский, потому что на территории Мирнинского района детских турниров по шахматам мало, поэтому решили дать возможность поиграть детям. Турнир по шахматам проходит по круговой системе. Каждому игроку дается ровно час на всю партию. На соревнованиях участвуют как опытные шахматисты, так и ребята, которые занимаются всего один месяц. Мне шахматы нравятся. Я с самого детства хотела научиться играть в них. Игры у меня начались хорошо, но потом я начал проигрывать. Проиграл два раза, сейчас я не знаю, выиграю или нет. Турнир по шахматам «Алмазный край» продлится до 29 марта. В последний день соревнований команды попробуют себя в блиц-турнире, где каждому игроку на партию будет даваться всего 5 минут. Анна Винокурова, Тимур Шириджик, телеканал «Алмазный край».